Вот мы и заехали в комнату. Комната, ну, достаточно просторная. Как-то бы мне вот так вот ее снять. Сейчас выйду нам. Так, сейчас посмотрю. Душ, туалет. Душ. Маленький, конечно, но ладно. Что есть? Есть холодильник. Но это для тех, кто берет не полную. Не все включено. И не фольпансион. Есть сейф. Он стоит в день 2 или 3 евро. Каждому дали ключи от номера. Открытый шкаф. Что еще интересного? Сейчас я покажу. Еще так приветственная вода. И чайничек. Можно заварить чай. Что здесь особенного в этом отели и вообще в этой стране? Мы находимся в Кипре. Кипр, греческий Кипр. Здесь резетки английские, и поэтому нужны адаптеры для... Сейчас телевизор покажу. Зеркал, конечно, очень много. Нужны адаптеры, и это надо иметь в виду для того, чтобы пользоваться обычными резетками. Сейчас посмотрим, какой вид у нас с балкона. Ну, очень просто, но приятные цвета, которые не напрягают, белые, бежевые цвета. Так, нет, балкончик маленький. Пробую видеть кусочек моря. Там далеко море, но выходит на улицу. Вот так вот. Такой у нас номер. Как вам, друзья? Ставьте свои комментарии и свое мнение.